Добрый день. Многие пользователи Каскады устанавливают приложение Nox App на персональный компьютер и уже в этом приложении разрабатывают свои проекты. Да, большой экран, мышка, все очень удобно. Но есть альтернатива, это подключить мышку, радио или проводную непосредственно планшет и управлять ею работой. Вот он, видно, прекрасно курсор ходит. Все можно выполнять те же самые действия, что и с обычным. Но только здесь мышкой управляем, а не пальцем, что довольно-таки удобно управлять курсором мышки. И тогда получаем непосредственно на планшете или смартфоне в данном случае. И независимо ни от каких приложений. Спасибо. Пользуйтесь. На здоровье.